Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Я хочу получить откровение о вечном, а не поддающемуся никаким определениям бытии. Папа Джи, это и есть ты. Зачем питать сомнения на этот счет? Просветление не связано ни со словами, ни с мыслями или концепциями, которые легко подвергнуть сомнению. Просветление всегда здесь. Под «здесь» я не подразумеваю и это настоящее пространство. Здесь – это где-то внутри, куда ум не может проникнуть. Присутствие всегда здесь, а ты всегда то. Это здесь не противоположность там. Это здесь нигде. Это твое сердце. Когда он безмолвен, все возвращается в сердце. Весь космос лишь крупица в твоем сердце. Обрати свой ум на это здесь, и он исчезнет. Останется лишь свет, мудрость и любовь. И ты не отделен, не отличен от этого. Если я не есть эта форма тела ума, что я такое? Ты есть бесформенное, принимающее форму, Сатьям, Шивам, Сундарам. Это и есть твоя форма. Ты являешься истиной, ты являешься Шивой, ты являешься красотой. Это то, над чем мы непосредственно здесь работаем. Но тебе не нужно стремиться к этому. Ты есть это. Я есть Сатьям, я есть Шивам, я есть Сундарам, я есть Сат-Чит-Ананда. Это и есть форма Атмана, истина, сознание, блаженство. Это твое собственное Я. Тебе не нужно стремиться к этому. Это внутри тебя. Блаженство внутри, и это есть ты. Истина внутри, и это есть ты. Красота внутри, и это есть ты. Любовь внутри, и это есть ты. Это обращение к твоему собственному Я. Я хочу пребывать в моем собственном Я. Тогда прими, что лишь Я существует, и ты никогда не выйдешь из Него. Оно безгранично, как ты можешь войти или выйти из Него? Как ты можешь войти в пределы, если ты беспределен? Прими, что ты есть Высшее Я, ты истина, ты Бог, ты милость. И не будет никаких проблем. В сознании я чувствую себя как дома. А где ты находишься, когда ты не дома? Сознание везде, и дом везде. Везде – это лишь небольшой уголок твоего сердца. Вот какой ты громадный. Некуда путешествовать, так как ты всегда дома. Откажись от своего эго, и ты окажешься дома. Когда я был на Западе, мне приснился сон, что вы мне дали имя Сат-Чит-Ананда.
Что означает это имя? Это имя истинного Я, бесформенного. Хотя это имя имеет каждый, оно сокрыто в глубине твоего сердца. Сат-чит-ананда – это то, что обитает во всех существах. Но мало кто знает об этом. Это имя не человека, а того, что обладает качествами истины, сознания и блаженства, которые представляют собой одно целое. Везде, где есть истина, сатьям, там есть и чит, сознание, и блаженство, ананда. Ты говоришь, что это было сновидение, а я говорю тебе, что это было не сновидение, не бодрствование, не сон, а нечто, что выходит за пределы этих состояний и известно как четвертое состояние – Турия на санскрите. В Турии ты получаешь даршан Бога и послание от Него. Поэтому этот сон так легко запомнился, в то время как другие ты обычно забываешь. Бытие – это то же самое, что Бог? Это сахаджа самадхи? Бытие очень сильно отличается от того, что большинство людей называют Богом. Бог – это созданная людьми концепция. Бытие – это просто бытие, и никто не создавал его, так как оно вне сотворений и разрушений. То, в чем пребывает все созданное, включая Бога, и называется бытием. Сахаджа самадхи – это растворение индивидуального в природном единстве и бытии всего сущего. Это самадхи, которая не связана с усилием, с использованием ума. Это естественная самадхи, являющийся естественным состоянием человека. Если ты пребываешь здесь и не занят размышлениями, это сахаджа самадхи. Находясь в сахаджа, ты можешь есть, пить, выполнять любые действия. Сахаджа самадхи – это истинное Я в тончайшем переживании полноты бытия. Что такое истинное сознание? Есть осознание, которое осознает объекты, такие как, например, цветы. Истинное сознание – это осознание, которое осознает осознание объектов. Это простое осознание, в котором все возникает и исчезает, и которые невозможно нарушить. Есть осознание, которое вне осознания объектов и событий. Ты есть то осознание, в котором пребывает осознание объектов. Это осознание не имеет имени, и когда ты пытаешься дать ему имя, начинаются проблемы. Ты не обладаешь ни именем, ни формой. Ты не можешь видеть ничего. Познай, я не имею ни имени, ни формы. И я осознаю свое собственное Я. Чистое сознание должно притянуть тебя, а не ты входишь в него. Так как в этом случае твое эго входит в него, а не твое истинное Я. А если оно притягивает, это значит, что оно решило забрать тебя домой. Это происходит как-то само собой, и мы не знаем почему. Но это происходит очень редко. Как только такое притяжение произошло, скитания этого человека завершаются,
Так что не давай ему никакого имени, иначе оно будет лишь еще одним объектом в области твоего наблюдения. Сознание нельзя наблюдать. Оно представляет собой саму полноту, безграничность, саму вечность. Ты должен раствориться в нем. В действительности это даже не растворение. Нет таких слов, которые могли бы это описать. Ты должен быть так же совершенен и так же чист, как оно, чтобы быть им выбранным. Ты не можешь добиться этого собственными усилиями. Просто представь, что ты настолько красива, что выбор жениха пал на тебя. Вот и все. Надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь. Я чувствую себя сторонним наблюдателем всего, что происходит. Никто не может оказать воздействие на этого наблюдателя. Этот наблюдатель вне каких-либо определений, вне имен и форм. Так что, когда ты являешься этим наблюдателем, никто не может коснуться тебя. Даже ты сам не можешь коснуться себя, и никакого страха нет. Ты можешь отправиться в любой лес и не бояться ни львов, ни тигров. Просто взгляни им в глаза, и никто тебя не съест. У меня был проблеск высшего сознания. Это было расширение сознания при отсутствии центра существования. Когда у тебя возникает проблеск чего-либо, ты становишься тем, кто видит этот проблеск, видящим. А твой проблеск – объектом видения, видимым. Чтобы иметь проблеск, должен быть видящий, видение и видимое. Так как же ты можешь иметь проблеск высшего сознания? Ведь оно не может быть чьим-либо объектом. Даже Бог не может видеть его, так как даже Бог является объектом восприятия, которому преданный испытывает любовь. Преданный расширяет свой ум, и он становится Богом. Этот проблеск высшего сознания невозможен. Оно не может быть объективировано, так как является субъектом, хотя, по правде говоря, оно не является и субъектом. Там, где нет связи между субъектом и объектом, проблеска быть не может. Весь мир – это видящий, видение и видимое. Но высшее сознание нельзя отнести к какой-либо категории. Когда кто-то исполнен сильного желания стать свободным, он устремляется к высшему сознанию, сливается с ним и сам становится им. Когда мотылек летит на пламя и целует его, что происходит? Нет больше никакого мотылька. Пламя радостно танцует и приговаривает: «Иди сюда, мой дорогой, я жду тебя». Этот мотылек больше не вернется, он стал пламенем. Подобно этому не может быть никаких проблесков. Того, кто желает быть свободным, ведет нечто, что призвало этого человека к себе. Какая связь между энергией, золотым светом и осознанием? Water – вода по-английски, aqua – по-испански, pani – на хинди. Три разных наименования для одной и той же субстанции. Можно также назвать это шакти или свет. Свет означает знание о чем-то.
например, знание о пропавшем ребенке. С помощью света можно увидеть ребенка, и этот свет есть знание. Знание – это та энергия, которая приводит тебя к познанию того, что ты есть единое целое. Ты есть само знание и энергия, и это то же, что и осознание. Только разные люди используют разные слова. Один человек скажет «я хочу быть свободным», другие же хотят нирваны. Все эти слова означают одно и то же, а точнее то, что не имеет имени. Вода, как бы она ни называлась на других языках, паани, аква, ватер, имени не имеет. Следовательно, никто иной, как ты сам, даешь всему имена, называя это осознанием, светом или энергией. Но оно не знает своего собственного имени, так как оно не имеет ни имени, ни формы. Если присутствует имя, значит есть нечто, что не является истинным. Любое имя или форма ведет к тому, что не имеет ни имени, ни формы. Как можно найти то, что не обладает именем или формой? Не пытайся искать безымянное и бесформенное, ибо ты не можешь сделать это. Но этот свет здесь, и он является знанием. Эта энергия является осознанием. Нет никакой разницы. Шакти и Шива – это одно. Шива – это знание, Шакти – это энергия, ведущая к познанию «я сам являюсь Шивой». Энергия не может умереть. Энергия будет существовать всегда. Формы могут появляться и исчезать, но энергия всегда будет здесь. В виде основы? Да, это основа. И основа посредством энергии знает «я есть основа». Нет никакой разницы. Это знание энергии «я есть то» является самой энергией, самим знанием, самим светом, самой мудростью. Это также называется свободой. Но я могу иметь осознание, и я могу иметь осознание энергии. Так разве они не отдельны? Нет, они не отдельны. Волна поднимается из океана и кажется обособленной. Ее никто не называет океаном. Движение другое, высота и ширина другие. К тому же она движется и забывает, что когда-то она была частью океана. Но нет никакого различия между сущностью океана и волны. Таким образом, волна как-то знает, что она океан. Так что волны продолжают бежать к берегу, волны растут и не спадают, растворяясь в океане. Это и есть мир, который появляется и исчезает. Но океан вовсе не беспокоится по этому поводу. Основа, сущность, не имеет ничего против того, чтобы стать волной, и вопрос о подъеме и ниспадании не возникает. Значит, энергия будет всегда там? Нет, она всегда будет здесь. Если есть океан, в нем есть и энергия, которая позволяет волнам возникать и исчезать. А если ты умираешь? Это равнозначно ниспаданию волны в океане. О смерти ты только слышал от кого-то. Это не твое собственное переживание. Так что ты согласился с тем, что умрешь, только потому, что кто-то сказал тебе, что ты родился. Но сама энергия, сама субстанция не умирает.
Тело, подобно волне и всем формам, исчезнет, в то время как сущность не может измениться. Это понимание называется энергией. Возвращение к основе называется Шивой, океаном, который никогда не меняется. Я хочу войти в пещеру сердца и остаться там. Это здесь и сейчас и есть пещера сердца. В книгах написано, что в сердце есть пещера, и ты, по-видимому, узнал об этом из старых писаний. Твое желание найти эту пещеру выталкивает тебя из этого здесь и сейчас. И тогда ты теряешь переживание сейчас и начинаешь поиск пещеры, которая не существует. Не пытайся жить в пещере, ибо пещера – это всего лишь концепция. Ты можешь жить только в сейчас. Если ты будешь пребывать в этом, у тебя не возникнет желания чего-либо еще. И подобным же образом ты будешь в этом тогда, когда откажешься от всех желаний, даже от желания быть в этом. Отбрось желание пребывать здесь или там, или где-то еще, и отбрось желание этого или того. Как я могу отбросить желание? Сохраняя безмолвие. Пожалуйста, скажите мне, я потерял свою индивидуальность, или я нашел свое «я», которое не имеет индивидуальности? Ты не знаешь, какую индивидуальность потерял и какую нашел. Индивидуальность – это отождествление с телом, когда ты становишься сыном, отцом, матерью или кем-то еще. Это физическая индивидуальность, и пока она сохраняется, ты не можешь видеть то, что вне всех отождествлений. Пока сохраняется отождествление с телом, ты не можешь быть в том, что вне любых отождествлений. «Я есть». Это отождествление с твоим собственным «я», а не с эго, умом, телом, чувствами, объектами. Как я могу полностью разрушить ум, чтобы красота истинного «я» навеки засияла в высшей свободе? Будь океаном блаженства, и ты перестанешь видеть связь с миром. Ты будешь видеть лишь океан. У тебя не будет никакой связи с тем, что вне океана. Ты будешь связан лишь со своей собственной полнотой вод. Эта полнота представляет собой твое изначальное состояние, и она для наслаждения. Пребывай внутри океана, как океан, всегда размышляя лишь о нем. Ничто иное, кроме этого океана, не должно быть в твоем уме и твоих глазах. Постоянно пребывай в контакте с сущностью океана. Вот что ты должен делать. Размышляй о том, обоняй то, слушай то, касайся того. Это приведет к концу всех твоих конфликтов. Полтора года назад, когда в Харидваре во время Девали я получил дикшу, посвящение, все изменилось, хотя внешне осталось таким же. Я так благодарен вам. Пападжи, я ощущаю маленькое пламя, которое горит во всей своей полноте, и я его слуга, хотя не всегда рьяный. Благодарю тебя. Где ты видишь это голубое пламя?
Я не вижу его, хотя оно присутствует везде, куда бы я ни посмотрел. Оно есть, но ты не можешь его видеть. Однако ты его чувствуешь. Оно глядит на тебя. Это значит, что ты редкий и везучий человек, на кого это пламя может взирать. Это пламя есть сама божественность, без формы и даже без имени. Оно будет выполнять свою работу, а тебе следует поддерживать его. Это пламя раскроет себя в полной бесформенности. Подобно тому, как ты видишь рассвет перед восходом солнца, так и видение пламени указывает на то, что ты движешься в правильном направлении. Поддерживай его, сохраняй безмолвие и просто знай, что для этого тебе ничего не нужно делать. Оно всегда будет притягивать тебя, и это называется медитацией. Когда тебя притягивает к чему-либо, это называют медитацией. И это лучшее из всех влечений, и лучшее ее проявление. Так что позволь всему быть, как оно есть. Я могу сказать тебе больше, но я не буду делать этого перед всеми, так как очень многие люди начнут копировать твое переживание. Ведь все, что представляется, становится явью. Вскоре многие начнут видеть голубой свет, но это будут лишь фальшивые переживания. Этот свет пребывает внутри. И он отражает то, что внутри, на внешнее. Он в твоем сердце. И увидеть его – добрый знак. Он даст тебе счастье и покой, как бескрайнее голубое небо. Ты должен увидеть этот свет в своем сердце размером с большой палец. И этот свет в твоем сердце освещает всю Вселенную отсюда. Это свет твоего собственного Я, твоего Атмана. Когда ты обретаешь чистоту, когда у тебя нет желаний, ты можешь увидеть или почувствовать этот свет. И ты никогда не сможешь от него избавиться, ибо он всегда с тобой. На что бы ты ни смотрел, узри этот свет и помни, что он – это твое собственное Я. Этот свет желает предстать перед тобой на сатсанге, а не тогда, когда ты находишься на рыбьем базаре. Рыбий базар лишь пропитывает тебя дурными запахами, и большинство людей предпочитают именно его. Что представляет собой этот промежуток в потоке мыслей? В этом промежутке пребывает сознание. Между двумя тучами существует промежуток, и этот промежуток – голубое небо. Замедли поток мыслей и вглядись в промежуток. Да, вглядывайся в промежутки и обращай на промежуток внимание больше, чем на тучу. В том месте, где одна мысль уже исчезла, а вторая еще не возникла, пребывает сознание. И это свобода. И это твоя собственная обитель. Ты всегда пребываешь там. Перемести внимание. Измени гештальт. Не смотри на фигуру, смотри на фон. Если я помещу здесь большую, размером со стену, школьную доску, и, поставив на ней белую точку, спрошу, что вы видите. 99% из вас не увидит фон, доску. Вы будете говорить: «Я вижу маленькую белую точку». Такая большая доска ее не видит, а такая крошечная, почти неразличимая точка ее видит. Почему? Потому что такова установившаяся привычка ума. Смотреть на фигуру, а не на доску. Смотреть на тучу,
а не на небо, смотреть на мысль, а не на сознание. Вот в этом и состоит учение. Всегда направляй внимание на сознание. Всегда устремляй взгляд на сознание и знай, что это то, чем ты являешься. И это твое собственное место пребывания. И это твоя обитель. Пребывай здесь. Никто не может затронуть тебя. Кто может войти в здесь, где ты пребываешь? Даже твой ум не может войти. Здесь часто произносится фраза «Ты не есть это тело». Есть люди, которые верят в то, что тело бесценно, и что посредством него можно ощутить святость жизни. Они чувствуют освобождение, полностью сохраняя свое присутствие в теле. Святость жизни – это Пуруша внутри. Ощути это. Это не тело, которое можно создать мужским или женским. Ты Пуруша в сердце каждого человека, независимо от его пола. В Упанишадах и других священных сутрах сказано, что этот Пуруша имеет размер большого пальца. Он пребывает внутри твоего собственного сердца в виде вечно горящего пламени. И это твое собственное «Я», твоя собственная Атма. Если ты будешь концентрироваться на ней, ты увидишь, что ты и есть этот Пуруша, а не существо с половыми признаками мужчины или женщины. Хотя каждый человек и является Пурушей, по каким-то собственным интересам, люди отождествляют себя не с тем, а со своим телом. Никто не слышал об этом вечном Пуруше, который не возникает и не исчезает. Поэтому я и говорил, что я не прихожу, не ухожу. Именно этот Пуруша произносит эти слова. Если ты становишься тем и сливаешься с этим Пурушей, тогда он говорит оттуда, где возникает речь. И он говорит не то, что может произносить язык. Язык обладает способностью говорить. Но откуда возникает сила, дающая ему такую способность? Она возникает из этого фонтана, который именуется Пуруша, Ахам Пуруша. Именно об этом Пуруше я и веду речь. Как можно освободить «я» и в то же время пребывать в любви? «Я» не связано, оно не заковано в цепи, для него нет темницы, оно всегда свободно. Я знаю, что лишь ваша милость пробудит меня от мира моего ума. Даже сила моего устремления к свободе является вашей милостью. Скажите, пожалуйста, каково мое настоящее имя? Все полученные тобой имена даны тебе родителями и священниками, но это не истинные имена. Когда ты рождаешься, ты не приходишь в этот мир с именем. Лишь позже ты становишься Сюзанной или кем-то еще. У тебя нет имени, и не думаешь, что оно у тебя есть. Ты безымянен. Там, где есть форма, есть имя. И там, где есть имя, должна быть форма. Но ты не форма. Ты внутри формы, и ты тот, у кого нет имени, поскольку только форме нужно имя. Кто обитает в твоем сердце? У него есть имя. В твоем сердце обитает то, что ты есть на самом деле. Ты не рожден от своих родителей. Ты есть то, что не обладает именем,
не рождается и не умирает, то, что вечно. Если ты веришь в то, что говорят люди, почему не поверить, что я есть то? Я Атман, покой, любовь и блаженство. Если ты не веришь в это, всегда повторяй эту мантру: «Я есть блаженство». Я не хочу принимать какую-либо новую индивидуальность, так как не хочу навязывать форму этому блаженству, этой бесформенности. Если ты примешь решение, что ты не желаешь обладать никакой индивидуальностью, которая связана с именем и формой, ты мгновенно станешь бесформенным. Если ты не затрагиваешь эту концепцию индивидуальности, то ты свободен здесь и сейчас. Каждый раз, когда ты используешь свое имя, ты возвращаешься в прошлое. Людям приходится называть тебя каким-то именем, но это имя не должно затрагивать прошлого. Будда – это также имя, но когда ты называешь его Буддой, тебе приходит в голову какая-нибудь индивидуальность. Так что твое имя не должно напоминать тебе о каких-либо привязанностях и отношениях. Поэтому-то здесь, на этом сатсанге, дается много имен, которые не относятся к какой-либо индивидуальности. Люди оставляют здесь свои старые имена и свое прошлое. Если я велю тебе пойти и привести сюда мисс Пустоту, ты приведешь ее? Есть слово, есть значение. Но приведешь ли ты ее? Это невозможно. Так и Атман, обитающий в тебе, имеет имя, но ты не можешь взять его. Он вне пространства, и его нельзя коснуться. Я вижу, что мне нет необходимости обязательно отвергать то негативное в жизни, что приходит и уходит. Просто мне не следует привязываться. Все во Вселенной приходит, остается на какое-то время и уходит. То, что не приходит, не остается и не уходит, это твое собственное «я». Утверждают, что существует три категории ищущих. Те, которые подобны камфоре и очень быстро достигают цели. Те, которые подобны пороху и быстро достигают цели. И те, которые подобны мокрым дровам и медленно продвигаются к цели. Какой совет вы бы дали мокрым дровам? Такой, что нет никаких категорий. И нет ничего, что нужно достигать. Ты всегда свободен, но твое внимание всегда направлено на что-то другое. Просто верни свое внимание на свое «я». Отвлеки его от приходящих объектов. То, чем ты являешься, всегда здесь. Я хочу гореть, как камфора, и пребывать здесь. Если поместить камфору рядом с огнем, она быстро загорится. Если твоя решимость, искренность и намерение действительно сильны, то гуру становится пламенем, а твое сердце камфорой. И тогда, если ты в своем сердце приблизишься к огню, ничего не останется. Если ты уголь, то потребуется время, и после сгорания останутся следы. Для свежей ветки потребуется еще больше времени. Однако даже эти люди достигнут всего за считанные минуты, если будут смотреть лишь на свое «я» и больше никуда.
Это осознание во мне и есть это? Нет, это осознание не есть это. Ты осознаешь людей, объекты, идеи, и все это относится к прошлому. Осознание прошлого не есть это. Только тот, кто осознает это осознание, есть это. Ты следишь за моей мыслью? Кто осознает осознание? Когда ты видишь какой-либо объект, то ты также понимаешь, что ты осознаешь нечто в своем уме. Так кто осознает это осознание? Обрати свое лицо на то, что осознает что-либо, и когда узнаешь это, забудь это. Если ты это не забудешь, это станет переживанием прошлого и притянет твое внимание к прошлому, превратив в то, что приходит и уходит. Это не прошлое, так что забудь о переживании этого. Если ты сделаешь это, ты свободный человек этого мира, не привязанный даже к просветлению. Забудь обо всем. И это все. Но если ты помнишь, то это воспоминание является памятью, а это прошлое. Как я могу узнать это? Мы описываем это как счастье, покой, любовь. Но это не совсем то. Оно намного больше. Оно за пределами всего, что ты можешь ожидать. Ожидание – это всего лишь ум, который и сам-то даже не существует. Оно далеко вне пределов этого. Им можно обладать прямо сейчас, в это мгновение. Тебе не нужна какая-либо грандиозная программа, чтобы добраться туда. Не нужны никакие усилия. Нет никакого метода. Просто сохраняй безмолвие, и это раскроет себя. Просто не вмешивайся. Дай этому шанс сейчас. Ты потратил миллионы лет, а сейчас посвяти этому одну секунду. Дай этому раскрыться. Позволь ему проявить себя. Ты носишься со своими концепциями, намерениями и ожиданиями, и поэтому не можешь увидеть его проявление. Это раскрытие, откровение. Тебе лишь следует сохранять безмолвие, и оно произойдет. Не через медитацию, не через концентрацию, не через паломничество, не через посещение церквей, не через йогу. Все эти вещи не помогут тебе проникнуть туда. И это находится здесь. Все эти вещи лишь вовлекают тебя в программу откладывания на потом. Ум обманывает тебя, не слушай его. Просто сохраняй безмолвие. Не давай рождения мысли. Даже этого усилия не требуется. Это само раскроет себя. Я вижу, что лишь внутреннее реально, лишь то всегда здесь. Если внутреннее реально, то внешнее также должно быть реальным. Поэтому я не учу о какой-либо нереальности. Все реально, все есть я. Я бы хотела иметь имя, которая напоминала бы мне об истинном «я». Когда ты смотришь на небо или океан, они кажутся тебе синего цвета. Но если ты зачерпнешь горсть воды или воздуха, они не синие. Как же может то, что бесцветно, иметь цвет?
Благодаря своей глубине оно имеет цвет. И то, что неизмеримо по глубине или высоте, кажется синим. Река не синяя, но когда она прикасается к океану, она становится синей. То же самое с каплей дождя. Она прозрачна, пока не коснется океана. Поэтому бесформенность и глубина именуется нелема. Синева, которая не является синей. Это незримое во всех существах и является источником всего. Постижение этого означает мудрость, свет, свободу, освобождение от самсары. Ты должна увидеть, что твоя собственная глубина бесцветна и бесформенна. Чтобы познать это, тебе нужно отправиться к учителю, который сразу же скажет тебе то, чего ты не знал. Эта синева является синевой Кришны, представляющего собой притягательную, непостижимую глубину любви. Вы поможете мне сделать первый шаг в эту глубину любви, что вне пределов ума? Ты хочешь выйти за пределы? Тогда отправляйся в одиночестве и ничего с собой не бери. Не думай ни о чем. Иди без единой мысли. Отсутствие мыслей – это вне пределов. Вся беда в твоем мышлении. Ты думаешь о том, что страдаешь, или о своих отношениях. Все это нужно полностью отбросить. Тогда ты не вернешься к своим прошлым привычкам. Просто не размышляй и пребывай в одиночестве. Проблемы возникают только вместе с мыслями, так же, как и весь мир возникает лишь из-за мыслей. Зачем навлекать на себя все эти неприятности? Просто не размышляй. Если ты не размышляешь, тебе не нужно делать больше ничего. И этого вполне достаточно. И не совершай никаких усилий к тому, чтобы не думать. Ей все понятно, она смеется. Это так просто. Этот смех из запредельного свободен от концепций, и он очень отличается от обычного смеха. Вот так это и должно совершаться. Как вы позвали меня сюда? Я так благодарна за все. Ты подобна птице, которая перелетает через границы разных стран, не нуждаясь ни в каком паспорте. Птицу никогда не арестовывают, задерживают только человека. Ты свободна, как птица, свободна от всех навязанных обществом ограничений. Не слушай общество. Будь свободна и отправляйся куда хочешь. И тогда, несомненно, тебя позовут вместо свободы, где летают такие же птицы. Те, кто останутся позади, будут продолжать страдать. На самом деле ни индивидуальное «я», ни ум никогда не существовали, и неведение также никогда не существовало. Это очень трудно понять, но это действительно так. Там, где есть свет, нет тьмы. А что такое этот свет, дающий возможность познать, что свет есть? Мне так приятно находиться в вашем присутствии, и поэтому мой ум недостаточно проворен, чтобы я могла следить за вашими словами. Это интеллект. Я чувствую, что прикоснулась к чему-то, что не похоже ни на что, чего я касалась раньше. Это и есть блаженство.
Это счастье, которое никогда не исчезнет. Это ничто. Достаточно одного касания этого, ибо оно вне времени. Одного луча этого достаточно для того, чтобы ум навсегда угомонился. Оно не допустит никакого конфликта между тобой и твоими старыми привычками и действиями. Тебе очень повезло. Есть одна суфийская притча, которой я хочу с тобой поделиться. В одном из великих древних царских дворцов все ожидали появления короля. Места занимали согласно субординации. В зал вошел простого вида человек в ветхой одежде и сел в первом ряду. Премьер-министр начал выяснять личность незнакомца. «Вы министр?» «Нет, я главнее», — ответил этот человек. «Вы царь?» — спросил премьер-министр. «Я выше всех царей», — был ответ. «Вы бог?» «Я еще выше», — ответил бедняк. Тогда премьер-министр воскликнул: «Что может быть выше бога? Ничто!» На что тот ответил: «Я и есть это ничто». Поскольку Бог проявился в виде этого мира, можно ли поклоняться земле в качестве поклонения Богу? Все, что создано, находится в Боге. Тогда кто кому должен поклоняться? Если ты отделен, то ты можешь поклоняться. Но если ты знаешь, что все сотворенное является намерением Бога, то ты не можешь выразить намерение, выйти за пределы этого намерения, чтобы поклоняться этому намерению. Нам нет нужды кому-то поклоняться, ведь мы сами и есть то. Пусть поклоняются те, кто этого не знает. Истинное поклонение – это спонтанная любовь и обожание «я». Все остальное, именуемое поклонением, это лишь концепция поклонения, исходящая от религиозных лидеров с целью запугать тебя. Если ты не будешь поклоняться, ты отправишься в ад. Поэтому поклонение и страх идут рука об руку. Ты не можешь совершать поклонение, если в тебе нет страха. Но зачем этот страх? Бог пребывает внутри тебя, а ты пребываешь в Боге. Прими решение, руководствуясь правильным развлечением. Тогда ты сможешь делать, что захочешь. Если ты внедришь в свой мозг концепцию греха и заслуг, тогда ты можешь следовать любой церкви, но я не советую тебе идти в какую-либо церковь. Ибо ты и то неотделимы. Ты есть то. Поверь в этот факт. В течение 10 минут перед сном и после пробуждения посиди молча. А остальное время отдай миру, помогая тем, кто нуждается в твоей помощи. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра! Любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране.